Да нет, это все глупости. Ходить надо, и сегодня проведение больших серьезных мероприятий в общественных местах достаточно жестко правоохранительной системой контролируется. Есть другая проблема, и эта проблема связана с так называемой живой бомбой, со смертником. Против них бороться очень сложно, но тем не менее. Сегодня Федеральная служба безопасности России абсолютно четко контролирует ситуацию как на территории, так и вне ее, исходя из возможных угроз и возможного проникновения каких-либо террористов. Своих мы знаем в лицо и жестко с ними обращаемся. Поэтому люди пусть будут спокойны и спокойно спят. Все у нас будет хорошо.